Наире Магомедовой 14 лет, она учится в 8 классе. Девочка считает, что ее летние каникулы проходят увлекательно. Она посещает лагерь дневного пребывания, который работает на базе 7-й школы. Каждый день Наира узнает что-то новое. Проводятся различные тематические занятия, экскурсии, мероприятия. Кроме того, здесь девочка нашла много новых друзей, с которыми будет общаться и в учебное время. Я с первого класса уже хожу в школьный лагерь, и очень много людей в школе, и я абсолютно с ними не знакома, и хочется как-то обширить свой круг общения, и в школьные будни, ну, получается, в школьные дни, когда мы будем ходить в школу уже, здороваться с этими друзьями, проводить с ними большое количество времени. Летний лагерь при 7-й школе посещает 150 детей. Это ученики первых 8-х классов. Для них создано 8 отрядов, каждый из которых имеет свое название. День проходит насыщенно. Он включает в себя не только занятия внутри школы, но и выезды на экскурсии в различные учреждения города. Педагоги считают, что это благоприятно влияет на развитие кругозора и помогает детям социализироваться. Лагерь открывает детей, раскрывает. Также есть психологически замкнутые дети. Они у нас здесь развиваются, общаются. Многих выводит лагерь на то, чтобы находить много друзей. То есть много друзей находят. Вот, то есть очень благоприятно влияет. Дети проводят в лагере большую часть дня. Помимо занятий, для них организовано и горячее питание. Питание у нас очень хорошее, многим нравится. То есть дети идут с удовольствием, кушаем и первое, и второе, и компот. И вообще очень даже здорово, всем нравится. Школьный лагерь – отличная альтернатива для тех детей, которые не имеют возможности посещать загородные оздоровительные учреждения. Ребята проводят каникулы интересно и полезно. Влада Волошина, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 «Армавир».